Приветствую вас, дорогие мои телезрители православного телеканала «Союз». Я дед Еремей. Завтра на календаре 23 марта. В этот день наши бабушки и дедушки по приметам судили о грядущей погоде. Воробьи хохлятся с утра и кричат: «К непогоде!» Глухарь на дереве ночует. К оттепели. Нос закладывает у здорового человека к сырой погоде. Ворона прячет клюв под крыло к холоду. А какая же погода ждет нас завтра, 23 марта? Сейчас я вам об этом поведаю. В селе Отрадовка Стерлитамакского района Республики Башкортостан столбик уличного термометра становится на отметке минус 1 градус. За окном переменная облачность и, к счастью, никаких осадков. В селе Отрадинское Мценского района Орловской области воздух прогреется до 2 градусов. По прогнозам синоптиков, с самого утра будет светить яркое солнце. Так что при выходе из дома можно захватить с собой солнечные очки. В селе Отрада Горшечинского района Курской области за окном плюс 7 градусов. С каждым днем все теплее и теплее. Так и до лета недалеко. В деревне Старая Отрада Мценского района Орловской области плюс 2 градуса. До конца месяца осадков ждать не надо. Неплохая новость, правда? Напоследок хочу пожелать вам, мои дорогие, пусть, несмотря на погоду, в душе вашей всегда светит солнце, а в доме царит теплота и любовь, как заповедал нам Господь. Да хранит вас Бог! Thank you.